Дворец художественной гимнастики «Татьяна-арена» распахнул свои двери для 300 спортсменок. География участниц от Калининграда до Якутии. Каждая от 10 лет и старше. Проведение соревнований всероссийского уровня – дебют для региона. И вполне успешный. Уверен, что эти соревнования станут для вас еще одной ступенькой в вашей спортивной карьере. Впереди у вас большое будущее. Художественная гимнастика для Ульяновской области имеет огромное значение. Это один из базовых видов спорта, который мы культивируем. Соревнования проходят в 3 дня. Участницы выступают по программе индивидуальных и групповых упражнений. За техникой и частотой выполнения заданий следят 12 судей. Ульяновскую область представили 67 спортсменок. Развитие спортивной инфраструктуры позволило больше и лучше тренировать будущих олимпийских чемпионок. Когда у нас появилась база, у нас появилась возможность профессионально тренироваться, стремиться, и ульяновские гимнастки входят в элиту гимнасток как Приволжского федерального округа, так и Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Однако здоровая конкуренция не дает ульяновским спортсменкам расслабиться. Соперники в хорошей форме. На подготовку потратили месяцы. К тому же, несмотря на юный возраст, потеряли счет победам. А потому вместо ожидаемого волнения девочки спокойны и верят в свои силы. Место не главное, главное выступление, как нам тренер говорит. Главное эмоции получить, с удовольствием выступать. По итогам «Симбирской красы» будет сформирована команда Центрального совета «Динамо». Не успев оглянуться, уже 10 декабря гимнастки отправятся в Москву на всероссийский турнир «Возрождение». Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ.